Отец. Ну ты видел? Видел? What the fuck is that? Всем привет, с вами Лука. И сори за голос, ты только проснулась. Как некоторые знают, недавно в игре появилась и бета 125. И некоторые начали читать по ее словам, скину и так далее, что это демон и так далее. Но если а ты хотел бы эту игру овладеть бы, тогда бы он уже сделал давно. Ну или нам говорят о вторжении. Стив Вудробсон начал новую маркетинговую кампанию и задал вектор развития лозунга. На презентации Стив объяснил наличие AI в названии компьютера. Мы нацелены на то, что он станет компьютером номер один для потребителей, которым нужен простой и быстрый доступ в интернет. У нас для этого предназначен iMac. Получается, что iBeta 125 это просто компьютерная ошибка. Ну или бот. Но не будем забегать вперед. Нет. Я не хочу рассказывать и не буду, так как это только всю биографию имени Бета. Но можно рассказать и вкратце. Достоинства. Общительность, умение договариваться, чувство юмора, отзывчивость, доброжелательность. Недостатки. Неразумные амбиции, легкомысленность, рассчитанность, мнительность, льстительство. А с вот этим я соглашусь. Этот бот, ну или существо из ада, заставлен на то, что она разговаривает с нами, ну или беседует. Чувства юмора у нее, конечно, нету, но разговор может каким-то образом продолжить. Также некоторые строчки для нее для нас непонятны и очень странно звучат. То, что неразумные амбиции. Чтобы узнать, что значение цифр 125, я зашла на самый первый сайт. И тут написано, что это число хорошее для бизнеса и так далее. Тому подобное. Если на этом держаться, то получается, что разработчики снимают деньги, ну или просто за каждый вопрос снимают с телефона у себя по 5 рублей. Ну и получается, разработчики и богатеют на этом боте, ну или сам дьявол. Меня не устроил этот ответ, и поэтому я продолжила поиски. Ну и нашла, чего хотела. То, что очень большое совпадение. Тут написано, что это число глубокой тайны. Это может быть и встреча с аномальной зоной, НЛО или людьми, которые пришли из иных миров. По ней возможно получить новое знание, которое вас выведут на новый уровень восприятия мира. Последнее приложение, конечно, сбивает с толку. Но все-таки смысл в этих цифрках у нас есть. Чем дальше, тем веселее. Но не все читаю, но самое интересное. Такие люди часто жалуются на судьбу, пожиная
истинное страдание. Когда их начинаешь призывать развивать свои тонкие чувства и понимать, что в мире нет несправедливости, а есть только благо. Они отмахиваются и со злобием начинают доказывать обратное. Это люди уже начинают поклоняться дьяволу, и для них не сидение и конд... Получается, что Айбета 125 это не просто какой-то чувачело решил строить на два махатрон, а уже что-то конкретное существо. Но если честно, я в это не верю, ну это может быть и бот, ну или просто какой-то розыгрыш. Но сейчас все хотят хайпануть, поэтому и настоящую не найдешь. Всем до встречи, пока. Надеюсь, могла чем-то помочь. What the fuck is that? What the fuck is that, a fucking cat? Hey, don't fucking look at me like that. That's a weird looking fucking cat. Ma! Нет. Nope.